средневековье вот в основном все предметы, которыми мы сейчас пользуемся, они обозначились, были придуманы в средневековье. Я как недавно с одной барышней спорил, она теоретик музыкальный, она говорит, ну а как же музыка-то? 18 век это вот самый пышный барокко. А тут, значит, я не нашел, что сказать, а вдруг за моей спиной ее преподаватель говорит, значит, он там проходил, говорит. А говорит, а ты вспомни, когда инструменты все появились, в основном инструменты, когда изобрели все. Вот, вот в это время изобрели. Вот, да, скрипки звучали в оркестре в 17 веке, 17-19 век, там хорошо, но их изобрели когда? Именно вот в эпоху средневековья. А изобрести инструмент, по-моему, больше, чем написать симфонию в результате. Потому что на этот инструмент потом может сыграть много чего. Изобрести саму концепцию. Смотришь нормально к одной работе. Ну, смотришь, смотришь, все их прошел, все просмотрел. А как какой-то подходишь, она тебя... как ты столбенеешь, мурашки по коже. Вот все, все тебя забирает, понимаешь? Вот что там? Это работает, что-то работает. У меня есть маленькое посвящение Ролдугена. Вот. Я Левитову больше стихов посвящаю. А Ролдуген у меня только одно. Высосим с тобой по валидолу, старый друг. Да взойдем в небесную гондолу, где вокруг, около, Венеция легка. Это детство, это облака. Питер Брейгель-старший. Нидерландские пословицы. 1559 год. Это одна из первых живописных работ Брейгеля, но уже в ней он демонстрирует глубокое знание фламандского фольклора. Местом действия избрана деревенская площадь у дельты реки. Каждый фрагмент иллюстрирует одну из поговорок. Это оживленное действие, развернутое на фоне сельского ландшафта, своего рода художественная загадка, ребус-идиом современного Брейгелю языка. Детские игры, 1560 год. После нидерландских пословиц Брейгель обращается к детским играм, выбирая на сей раз городской пейзаж, по всей вероятности, школьный двор. Предположительно, эта картина первая в незаконченной серии, задуманная как четыре возраста человека. Допустим, если ты хочешь написать современную живопись, чтобы она смотрелась как современная живопись, надо представить себе, ну вот как вот сейчас, допустим, ты хочешь написать под 17 век. Ты представляешь себе живопись 17 века? Ты примерно поэтому. Точно так сейчас 20 век-то уже проходит, в принципе, и образ такой уже есть. Вот. То есть ты представляешь себе 20 век, как будто он уже давно-давно прошел, уже закончился, уже там все прошло уже. Вот. И делаешь, как будто это был 1000 лет назад, и под него делаешь какую-то картину. И будет самый современный живопись. Толковый словарь на картину Ролдугена и Левитова. Лестницы – символ осмысленного преодоления силы тяжести. Окошки – знак того, что там живут люди. Пруд – символ тихого счастья. Река – провинциальная культура. Лодки – символ скромной жизни. Барышни – дамы для антуража. Крестьянки – мужики – правда жизни. Колесо – для композиции. Сачок – знак изощренного мастерства. Инструменты – топор, швабра и так далее. Знак, что людей надо любить. Лебеди – для метафизики. Рыбак – идеал человека. Единственное занятие, которое я очень люблю, это готовить уху. Вот. То есть дома у меня раньше было мало места, когда я жил в Липецке. Я работал на кухне. И как бы одновременно, ну, жена из театра с работы приходит, когда это бывает где-то обычно часа в три,
Значит, ей надо что-то приготовить, так, поесть. Ну, я как свободный художник, естественно, вот, одновременно и рисую, и готовлю. У меня вообще эти два процесса связаны абсолютно точно. Вот, то есть я делаю замес на палитре, одновременно я делаю там, все это. Иногда путаю. Иногда я белилы могу вместо сметаны в банку в такой упаковке. А когда вот делаю фактуру, однажды на перце делал фактуру. Там, да, вот у меня там порошок есть специальный, который для фактуры. Вот, и однажды попался перец. Вот. И теперь какая-то картина с перцем точно. И меня вот настолько эти два процесса, что когда я начинаю готовить, я уже как бы хватаюсь за кисть. Вот когда я у кого-то долго ужу в гостях, да, вот мне приходится надо там что-нибудь готовить, потому что просто некому. Готовить на самом деле я плохо, конечно. Вот. Но люблю. Вот. И тут у меня раз сюжет начинает в голову лезть. Ну, то есть профессиональная привычка совершенно четко срабатывает какой-то рефлекс. Я начинаю прям хвататься за кисти, а кисти-то нет. Вот. Ну, я уже как-то так стал приспосабливать, что куда я приезжаю, всегда с собой привожу сумку с красками, вот, чтобы в момент, когда я готовлю, было у меня все было под рукой. Вот. А сейчас у меня как мастерская-то есть, большая комната, вот, но все равно тянет меня вот на кухню. Бесполезно. Я собираюсь, вот, сижу, скучаю в мастерской. Скучно как-то. Пойдем посуду помыть. Вот начинаем мыть посуду, меня ужасно расстраивает. Все так, как это, дыбом шерсть встает. Значит, и сюжеты в голову начинают приходить. Конечно, не всякому это понравится, скорее всего, с другой стороны. Но мне самому главное нравится, если я буду в основном. Потому что, как бы, сейчас я живу в пригороде Петербурга, ко мне гости приезжают редко. Ну и в пригороде Питера дальше приходится как-то самому. Но тем не менее, и у меня даже был такой рассказик, называется «Архитектор щей». То есть я сравнивал строительство зданий с готовкой суток. То есть сначала выбирается участок, то есть сначала выбираем красоту. То есть там такие параллели. Сначала делаем нулевой цикл, там, да, значит, там наливаем воду. И вот начинаем делать, возводить там, значит, фундамент, да, а потом там начинаем украшательство, там начинается уже лепнина всякая. Это уже петрушка там пошла, все такое прочее. Вот это такое сравнение. Я его потерял, этот рассказ, к сожалению. Да. Ну, рассказ был короткий, но как даже Левиту понравился. Вот. Насколько Левиту уже давно пишет. Я писать начал недавно вообще. И как бы еще не научился писать. Сорокин тут научился, но он давно. А я-то нет, не научился. Вот. Я все больше как бы это. Сначала живопись начал заниматься. Вот. А потом, как бы, когда с Литом познакомился. А Лита, кстати, когда сам познакомился, он уже писал. Но живописью не занимался. Он где-то год 4 после того, как я занимался, живописью начал заниматься. Взаимовлияние. Тогда вот получается, что каждый картинка... Я на него, может быть, и повлиял, но он мне не передал как бы секреты писательского мастерства. Я ему все отдал, все, что мог. Вот. Хотя он мне вот этим летом упрекнул, что я что-то написал, там два слова что-то очень остроумно написал. Он сказал, ты мне говорит, все забрал. Вот я написал там какую-то фразу одну, я сейчас ее не помню, как бы. Вот у меня, ты у меня как писатель обобрал вот, вообще полностью. Ну вот у меня как бы писательских-то поток, они как бы ничем никогда не кончаются. 1 килограмм гороха, 5 килограмм сахара, 500 грамм дрожжей, 15 литров воды, 1 литр парного молока. Через сутки гнать, выход 5 литров водки. Продолжайте. Почему, Евгений? А потому что, ну, я уж, по-моему, говорил, я как-то, я уж не читал раньше, вот и все. Да, я в школе в это время прогуливал, я не читал. А когда прочитал, я начал читать, думаю, ну, это фигня ведь, в сущности, причем стихи сделаны, такое ощущение, что очень свободно, очень сыро. А потом, когда я прочитал до конца, я вдруг понял, думаю,
Вообще-то не, это же ни о чем, а почему ты хочешь плакать? Она любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод. И тихо край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень по умирам доля обладает, и доля в праздной тишине при отуманенной луне восход лениво почивает, в привычный час пробуждена, вставала при свечах. Александр Сергеевич Пушкин, перо отнимут няню кружку и увезут меня в село. И увезут меня туда, где будет болдинская осень. Но мы писательства забросить не сможем больше никогда. Пришел я как-то раз к Пушкину. Условились заранее. Стучусь. Никто не отпирает. Что ж ты будешь делать дома? Стучусь опять еще громче. Как же так? Никого. Стукнулся напоследок, да собрался уходить. Вдруг слышу у дверей возня, спрашивает, кто там? Пушкин, отвечаю я, обозлясь. Дверь распахивается, и взлохмоченный поэт, готовый обнять меня на пороге, говорит, лукаво улыбаясь. Пушкин, брат, что случилось? На тебе лица моего нет. Я рассиронизировал, сказав маршаком, день 7 ноября, черный день календаря. Да, серьезно ответил Пушкин и замолчал о чем-то. Надо было мне знать, однако, что в этот день, в 24-м году, случилось то самое наводнение. Так и вышел у нас разговор о медном всаднике. Встретились мы, помню, случайно, почти на бегу. Ну что, все пишешь, брат Сорокин? Пишу. Ну пиши, пиши, авось полегчает, Бог помочь. Мы обнялись. И так разлучились навек. Такая вот история. Пушкин ищет маленькую кружку, чтобы няню чаем угостить. Плачет Таня, бедная, в подушку, пиковую даму нечем крыть. Полдина перо слуга усталый, свечи догорают на столе. Ай да Пушкин, ай да славный малый, а в этом распрекрасном октябре. Я честь стоит очарование, 200 не бывало долгих лет, а крестьянина бедное создание торжествует под зимы. Эти чудные мгновения.
запишем только две строки. Пушкин как одно стихотворение, как по мановению руки. Серег, пририсуй там Пушкина, пожалуйста. С горонегой тоской алкала пища роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Открылись очи. Она сказала, это он. Увы, теперь дни и ночи, и жаркий одинокий сон, все полное имя, все деви милый без умолку, с волшебной силой твердит о нем. Да кучный ей! И звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги в унынии погружена гостей, не слушает она, и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Игорь Ролдугин. Триумфальная арка. Триумфальная арка в Раненбурге построена в 1992 году в честь трехдневного отказа от спиртного художников Ролдугина и Левитова. На картине изображено, как живописцы отмечают годовщину своего прохода через Триумфальные ворота, пришедшие за год в ветхость. В настоящее время Триумфальной арки в городе Раненбурге не существует, так как она разобрана на сарае местными обывателями. На этом месте теперь пышные заросли бузины. Сергей Левитов. Воспоминания детства. Напоминает какое-то взрослое воспоминание. Сечение реки явно у какого-то художника встречалось. И несмотря на то, что место, где происходило детство художника, изображено достаточно правдиво, нас не оставляет мысль, что все это деталь брейгелевской картины. Сергей Левитов. «Падение и кара». Собственно, картину лучше было бы назвать «Ослик на закате», но внимательный зритель разглядит и падающего Икара, и его отца Дедала в левом верхнем углу картины. Мы пошли на этюд. И меня что-то вдруг сильно очень покоробило. Не помню, что, но мне что-то покоробило там. Мне стало как-то немножко дискомфортно. И вдруг я вспомнил почему-то Джойса. Я вспомнил Джойса и подумал, ну, человек был такой вот с современным сознанием. Вот, немножко от меня, как в юности я очень увлекался. Я сейчас очень далекий человек, как даже забыл о его существовании. Немножко потом я понял, что, в принципе, вот он был литератор. Он внедрялся в действительность очень сильно, но внедрялся настолько талантливо и настолько... Я понял, что вот эта заповедь, которую дал Бог Адаму, всему давай имена, всему давай имена, он, как литератор, исполнял эту заповедь. Он всему, в каждом явлению давал имена. И от этого он освобождался, от каких-то, наверное, страхов, от каких-то комплексов, от своих. И ему просто становилось легко жить от этого. И тем, кто читает это потом, становится легче жить в результате. Вот эта заповедь, всему давать имена. И я просто обозвал это явление каким-то именем, мне стало легко. Мне стало фантастически легко. Мало того, что мы встали, на этюд нарисовали это место, где меня покоробило до этого. Вот назначение искусства. Сделать недоступное и страшное, сделать нормальным, доступным и как бы освоиться в этой ситуации.
концепт сейчас, это значит, что-то написано. Да, а мы... картине правильными ровными буквами что-то написано, это значит, актуализм. Ну, в общем, это не совсем так, на самом деле. Все, потому что мы взяли вот такой вот жанр, как бы якобы доходчивый, на первый взгляд, но именно вот его альтернативность современности, вот, она какая-то такая концептуальная совершенно, концептуальная, потому что мы призываем народ вернуться к истокам своего сознания, вот, что-то очень концептуально, ну, по-разному можно это назвать. В принципе, период современной живописи, конечно, вот период Тоскани был и у Игоря, и у меня, то есть мы делали такие авангардистские какие-то работы, там что-то такое вот. Ну, там нарабатывалась техника, все это, вот. Вообще мы начали как, вот я даже начал как концептуалист, оформлял пространство для всевозможных перформансов, там, вот такие вот вещи, да. Вот. Начали ездить за штампы записи на пленку 16 миллиметров. Ну, мне захотелось что-то с живописью поработать, как бы с самой живописью, как-то в ее глубину проникнуть, в цвет именно. Потому что цвет этот сам по себе, он уже сам по себе является такой сущностью. Вот краски — это полудрагоценные камни в жидком состоянии. Их нужно не испачкать, не испортить, а сделать лучше. Потому что из тюбика выдавлены. Просто есть некоторые художники, которые, ну и мы такими были раньше, которые вот выдавишь из тюбика. А я еще раз такой. Ну, почему, не совсем. Нет, вот выдавишь из тюбика краску, она полудрагоценная, она так перемешает все, что потом это, ну, можно выбросить только на помойку, потому что там она составит, как бы, компанию всей этой вот гармонии. Грязи, да. Вот гармонично там смотреть. Весь смысл художника, чтобы он вытянул из сочетания этих вот красок как можно больше, более драгоценности. То есть, как огранка такая, что ли, происходит. То есть, в сущности, художник – это ювелир с амбициями пахаря. Вот. То есть холст — это огромное поле, он должен спахать так, чтобы все это смотрелось полудрагоценными какими-то камнями. Пахарь с амбициями ювелира. Или наоборот, да. Пахарь с амбициями ювелира. А то, что там, о чем рисовать, в сущности, действительно, вот как бы Сергей говорил, что сюжеты для нас только важны в том смысле, что как бы, ну, это нам просто это нравится, как гражданинам, так скажем, да. А как живописцам, нам больше все-таки нравится краска. Искусство, оно организует человека, успокаивает его, гармонизирует вот самого и художника, и зрителя. В этом задача. Если художник начнет какие-то страсти испытывать для того, чтобы создать, то как снежный ком будет разрастаться. Вообще, вы если заметили, да, вот что это то, что делал Нерон, это все были потуги реалиста. То есть, да, в сущности, да, он хотел добиться... Спасти жизнь в других формах. Да, он хотел добиться что-то увидеть. Пожар Трои. Да, чтобы изобразить это сам... Время поджег, чтобы пожар Трои увидеть. Ну, что-то типа того, да. Ну, хотел, да. В описании Гомера. Ну, это же чисто реалистический подход. Вот само по себе идти на этюд, да, чтобы увидеть что-то, что зрится впечатление, это чисто реалистический подход. Художник, который знаковый, он может это все просто под себя в сознании, будет у него лучше в результате. Ведь нас же волнует вот больше знаковые живописи, знаковые спектакли, все волнует больше, чем реалистические в сущности. Если реалистические, то это в каком-то, ну, вкраплении вот в это, оно больше работает там. А когда реализм от начала до конца, он идет, он плавает как-то в какой-то среде такой, вот, и он не достигает той цели. И, кстати, вот от того, как ты будешь относиться к жизни, думаю, что такая она есть, типа вот многие говорят, от судьбы не уйдешь, типа вот это такие вещи. Ну это же вообще, это же очень разрушительная психология. Это говорит о том, что ты должен поддаться вот этой вот системе цифр, которые просто человеку могут либо, ну, в общем, как бы фортуне отдаться, сказать так. Вот. Отдаться фортуне. Ну, положиться на случайность. А просто не замечать. Не замечать и делать так, как... Давайте я вам почитаю теорию. Недавно мы с Игорем разработали. Ну, это просто предварительные записи. В сущности, это пока не очень серьезно. Но, может быть, интересно. Золотое сечение было сформулировано греками только после Пифагора, когда математика позволила это сделать.
Понятно, да? Понятно. Следующее предложение. Математика, царица и служанка наук. Тоже понятно. В искусствах есть большая часть от наук. И от развития математики и физики зависит развитие живописи. Импрессионизм возник из высшей математики, оперирующей с бесконечно малыми величинами. Затем Лобачевский. Да, я действительно вот последнее время задумался о том, что вот, что-то я мало пишу совсем в прозе, а ведь надо вот как-то вот, ну, что-то делать. И написал, как, ну, собрался так с мыслями, вот, и решил написать рассказ. Перед этим я прочел два тома, значит, произведений Чехова ранних и Булгакова еще прочел немножко. Вот. Я искал еще вообще, ну, как бы, людей, которые занимались этим, ну, коротким жанром. Вот. Ну, так как у меня ограниченная достаточно библиотека, вот, и как-то у меня не получилось. Вот. И вот, суммируя как бы опыт, суммируя опыт свой, писательский, Чехова, ну, и все, что я когда-либо читал, я как-то вот написал маленькое стихотворение, которое, нет, не стихотворение, я терпеть не могу стихов, это рассказ, проза, вот. Вот он, вот он. Сейчас я его прочту, это недолго. Рассказ. В сентябре рыбы уже почти нигде не клюет. В речке все выцедили сетями предприимчивые горожане. Одного, двух окушков можно было поймать на червяка, и все. В Рощинском пруду карась не клюет уже несколько лет, хотя он там есть и крупный. Остается только одно место для рыбалки – пруд Снежитке. Мелкий карась берет там исправно, а попадается и крупный, как повезет. Поэтому в понедельник утром, молодой еще, жизнерадостный и безработный Иван Иванович поехал на своем стареньком велосипеде Десна на рыбалку в Снежиток за карасем. День обещал быть солнечным и тихим, идеально для рыбалки. Осени пока и не было. Лето слегка похолодело и плавно перешло в теплый сентябрь. Видно, вся непогода впереди, последние рыбацкие дни остались. Дорога шла полями, посадками, через ручей, деревней, всего километров 7. Цепь время от времени соскакивала. Семейный ключ Иван Иванович, как всегда, не взял. Человек был неаккуратен с велосипедом. На пруду Иван Иванович выбрал себе уютный прогал среди ветел. Там и ветра меньше, и на душе приятно.
подкормил сразу пшеницей, которую вчера еще запарил в термосе. На нее же и ловить. Устроился, закинул удочку, закурил. Карась теперь подойдет через полчаса. Сначала мелкий, потом покрупней. Обычно так. Крупный карась непредсказуем, это не красноглазка. Но приятно сознание, что ловишь себе мелочь и вдруг вытаскиваешь ломоть на полкило. Этим летом Иван Иванович вытащил таких желтобрюхих, громадных карасей 3 штуки. Иван Иванович очень ценил такие случаи. Стихи захотелось почитать. А еще есть стихотворение, которое как бы о художнике, оно без посвящения, но все равно понятно о чем. Поезда, такие дураки, ходят эшелонами, как немцы. Любят распорядок, им с руки полустанков дробные коленца. Приседания станций небольших, где их чуть подольше тихо пучат. 2 минуты, пока 3 души влезут с чемоданами на кручу. А потом, отпугивая тьму, дернуть, свистнуть, врезать по окошкам ярким светом. Ветер никому заиграет на губной гармошке. Среди прочих город Раненбург. С виду так. Районный центр мира. Здесь художник меряет пургу вдоль по шпалам, думая. Царь Ирод нынче ночью отдает приказ вновь об избиении младенцев. Надо что-то делать. В этот раз эшелоны на Москву, как немцы, прут и прут. Быть может, где-то здесь с плотником Иосифом Мария и младенец. Ветер до небес и огни неведомого Рима впереди. Им видно из окна до колес промерзшего вагона здание вокзала, где одна лампочка, качаясь над перроном, плавает. Куда несет кого в черной буре свистопляски снежной? Что там за мужик почти бегом меряет шагами неизбежность? Что он мыслит в этот дикий час, чью молитву в бороду бормочет? Может быть, он думает о нас, может быть, помочь нам чем-то хочет, чем художник, мучимый тоской, нам поможет? Разве что напишет битву за младенцев под Москвой и как знамя выставит над крышей. Тронули. Сквозь дни и времена полетели сны и полустанки, валенки сухие в стременах, и на горы вывезены санки. Так вперед полощет небо стяг, у ребят набиты снегом ранцы, и в Египет русские летят городков небесные голландцы. Это точно совершенно. Очень точное попадание в творчество и в мировоззрение. Во все. А почему вот у вас такое хорошее стихотворение, а вы как Бродский читаете? Виноват. Как а как он читает? Ну, сам. Такой стиль? Не знаю, так получилось. Извини, Бог. Автор так читает, если бы. Леша, ты осуждаешь, что ли? Нет, ну просто я считаю, что это самое. Ну, как бы вот он вошел в такую роль, вот. Ну, как-то немножко переусердствовал, что в этом интонациях. А стихотворение это вообще замечательное. А вот какой-то момент такой вот подражательности вот, чтения было.
А, ну хочешь, я заново прочту? Да. Ну ладно. Вера, когда Сережа не рисует и не сочиняет, чем он занимается? Подожди. На рыбалку и списывает формулы, листочки алгебраическими, вычисляет уравнение какое-нибудь. Какое уравнение? Вот ему надо уравнение вспомнить, а он не помнит уравнение физическое. Вот он его вычисляет, сидит на листочке и списывает. А зачем он его вспоминает? Ну, ему нравятся уравнения, они такие. Я смотрел фильм, двухчасовой фильм по советскому телевидению, что-то еще тогда, лет 15 назад, там показывали просто беседу с Пикассо. Очень такую длинную, довольно-таки нудную. И в конце этой беседы вот наш советский корреспондент какой-то, он подарил Пикассо городецкую игрушку. Вот. Подарил, и я видел, как вот Пикассо на нее смотрел. Он ее поставил, вот так вот, вот вернее, поднял ноги и смотрел. У меня было ощущение, что эту игрушку рентгеном просвечивал. Смотрел на нее как рентген. Вот так вот. То есть он понимал, а игрушка, очевидно, была какой-то там, или бабушка, которая там, ну, у нас есть такие вот как бы мастера народных промыслов. Вот. И он потом он раз кивнул так с пониманием головы, поставил так бережно у себя на стол. Вот. Вот этот художник, он увидел сразу, что там, вот, типа он сам это же искал. А потом то, что Пикассо, его же любимый художник в конце жизни стал Ника Перасман, это тоже о многом говорит. О том, что он умел понимать чужую живопись, он умел, ну, не какой-то был сноб там, который... Снобы обычно умирают в возрасте 35 лет, потому что иначе человек просто превращается в хорошего человека после этого. Какая-то зрелость появляется, очевидно, человек начинает понимать, у него смещают ценности, уходит плохое, остается как больше хорошего. Не у всех, конечно. Ужасти происходит обратно, это совсем плохие люди. Вообще человек вот с возрастом начинает больше понимать, естественно. Вот. А снобизма до 35 лет будет существовать, не больше. Вот. Причем, чем моложе, тем снобистее и так дальше. Так что возраст он дает, с одной стороны, болезнь, а с другой стороны, такую зрелость, какую-то духовную. Главное это почувствовать вовремя, а то так и подумать, что как не болезнь. Такой же ты венчался, няня. Так, видно, Бог велел. Мой Ваня моложе был меня на свет. А было мне 13 лет. Недели две ходила сываха к моей родне. И, наконец, благословил меня отец. Я долго плакала со страха. Меня с плачем косу расплели, да спине в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плачу, я рыдать готов. Дитя мое, ты нездорова. Господь, помилуй, спаси, что ты хочешь, попроси. Дай каплю святой ладонь, ты вся горишь. Я не больна, ты знаешь, няня. Влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой крестила дряхлой рукой. Потребность именно вот с чистым цветом, мне кажется, она возникает из того, что каких человек духовных ощущений, из таких, да? Из их духовных ощущений. Вот они даже названия. Вот квадрат, деленный пополам, белый и черный. Они, он меня называет «Тьма внизу». Вот на три пространства. Вот. Тут уже вот три цвет. Три. Пять, вот получается. Три, пять. Это сила. Сила, вот там белая, вот они все, вся вот эта сторона, вся вот эта сила. А уже вот когда они склонность имеют, желтые, тут скажем, уже, да, это уже гармония. Как бы гармония, к средневекам, как назад. Да, как бы, ну, в общем, даже как бы некое Дантово
Дантово путешествие, вот. Очень хорошее стихотворение у него есть. Он, ну, Рембо такой был, символист. Вот. Он, ну, что там, У, ну, он буквы. Он как поэт, он заработал с буквами. Вот. Он тоже на цветах разложил. У там такой-то, О такой-то. Я не помню сейчас точно. Вот. Вот, а затем, значит, ученые, значит, ну, вернее, ученые, ну, да, ученые, вот, начали, разыскивали, короче, разыскали букварь, по которому Рембо учился, значит, азбуке. Вот. Может быть, не этот, но это издание. Вот. И там как раз все эти буквы были нарисованы именно этими цветами, которые, вот он, так сказать. Сергей Левитов, «Аллегория рыбалки». Привлекает взгляд зеленый стол на переднем плане. Розовый кот символизирует любовь к рыбе. Сама рыба изображена крайне небрежно. Три женщины с книжкой и музыкальными инструментами создают настроение вдумчивости и задушевности с античным оттенком, увиденным сквозь призму живописи 17 века. Подсматривающий за ними мужчина, очевидно, есть рыбак. Ему как бы открывается суть рыбалки. Игорь Ролдугин. Обмыли. Ролдугин и Левитов обмывают открытие в их честь памятников. Напоминает пушкинское. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Вот с Пушкиным очень много может сюжетов крутить. Потому что почва благодать, но он сам был игрун. Ну, спектакль-то мы готовили долго. Мы его обдумывали очень долго. Вот это вот то, что я рассказываю, я прочитал где-нибудь, это было 7 лет назад. У меня было точное желание, что я его поставлю, обязательно когда-нибудь сделал. Вот. И естественно, я как бы сразу понял, что должен быть моноспектакль. Обязательно моноспектакль. Я сказал жене, вот почему-то я правда думал, что я с кем-то поставлю из ребят спектакль. Вот. Потому что мне как показалось, но потом жена говорит, дай, я прочитаю. Она прочитала, мне понравилось, как она вот. Я вдруг увидел, как бы уперся, и мне показалось, я вот как бы сделал какую-то открытие. Сейчас как бы говорю. Я решил забыть вообще о Станиславском, во-первых, о том, что в спектакле должно быть все связано, что была какая-то должна быть одна идея, которая над всем должна давлеть, все такое прочее. И я подумал, что а хорошо вот взять текст, разложить на какие-то части, весь текст, по ощущениям. Вот весь ощущение одну часть. Там письмо, например, Татьяна. Второе ощущение, там, сняли Татьяна. Да? И взять и сделать из них, найти вот такое слово императив, которое как бы определяющее, слово, влияющее, да, на этот отрывок. И сделать каждый отрывок как отдельный спектакль. А мне, мебель, пышность стена, постыла жизнь и мишура, мои успехи, вихри света, мой модный дом и вечера. Что в них? Сейчас отдать я рада, все это ветошь маскарад, весь этот шум и блеск и чад. Запомни дни, за тихий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз о ней видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень медведь над бедной ямой моей. А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя решена, и осторожно, муж, поступила я. Меня слезами заклинали, просила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж, вы должны, я вас прошу, меня оставь. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь, я вас люблю. Чему лукавить? Но я другому дана, и буду век, и мой. И он утверждал собственную значимость, как сознающего и рассуждающего животного, путем силлогизмов, продвигающегося от известного к неизвестному, и как сознающего и рассуждающего реагента между микро- и макрокосмом, неотменимо воздвигнутым над неопределенностью пустоты. Что его утешало в неполноте его восприятия? То, что он, как гражданин многоопытный, хотя и обесключенный, энергично продвинулся от неизвестного к известному, через эту неопределенность пустоты. Джойс Улис.
Довольным путем одни бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно, не правда? Пора.